Мне было 17 лет, мне было совершенно все равно, где учиться. Мне, то есть, в общем, если бы можно было не учиться, я бы с удовольствием не учился. В стране это тоже 91-й год, соответственно, в стране тоже был такой момент, что не было как-то понятно. Те, кто были взрослее, пошли в какой-то бизнес, такой-сякой, неважно, кто какой выбрал, но серьезно занимались бизнесом. А я был еще совсем пацаном, мне ничего не было интересно. И я хотел бы, может быть, найти что-то, что мне интересно, но найти не мог.